Всем трем и доброго времени суток, это канал. Дмитрий. Или не я. И бла-бла-бла. Лайки, дизлайки, подписки без отписок, плейлисты, поддержка канала в описании под видео. Об этом обо всем не забываем. И мы продолжаем. Фар опять забыл. Понял, Лун Сейлс как-то лучше запоминался. Вот, короче. У нас есть корабль. У нас есть корабль. У нас есть парус. У нас есть движок. У нас есть весла, у нас есть супертолкатель. Стоп, что? У нас есть подводная лодка. У нас цветочек расцветает. У нас две коняшки. Так, опа, ну-ка. Вон, задвигался. Ай, красота. В общем, все хорошо и все прекрасно. Так, на всякий случай, давайте мы проверим. Внизу. Нет ли там чего-нибудь? Мало ли. Ну, вдруг. Ты же, когда появляешься, что-нибудь рядом доваляется. Но не в этот раз. Ладно, окей. Ну что, в прошлый раз мы с вами открыли ни много ни мало оборота в море. Это оказалось, в принципе, не очень сложно. Но и не сказать, что прям легко. Такая, ну, такая загадочка. Так, загадочка. Так, тут все нормально, ну что? Паруса вперед и поплыли. Опа. Дрова надо экономить. К сожалению, их тут не так много, как в первой части. Хотя у некоторых и в первой части они заканчиваются, ухитрялись. Да я уж смотрел пару прохождений в таком ракурсе. Так, тихо. Сейчас. О, а вот и музыка. Сейчас ловим ветер. Давай. Давай. А, даже так. Все. Ну и занимаем наше впереди смотрящее место. Ай, красота. Ну, я вообще посмотрел, я в прошлой серии сказал, что типа, а вдруг серия тут заканчивается? Но посмотрел на достижения, понял, что нет, тут даже половина не пройден. Во-во-во-во-во, куда? Ветер. Что такое? Все. Не дают понаслаждаться, понимаешь, видами. Красивыми. Вот так. Наш капитан Рыжик кто? Подводник. Мореплаватель. Ах. Короче, красавец-мужчина. Спешит навстречу с предыдущей героиней. Блин, я не помню, как ее зовут. Ну, я этого не мог никак. Так, тихо. Почему темнеет? Только не говорит, что опять сейчас будет какой-нибудь шторм. Так. Эй. Ну-ка. Ветер. Куды? Ой-ой-ой, что происходит? Нет, не то. Ладно, давайте так оставим. Кажется, плывем. Скажем так, в таком ракурсе лучше видно. Пока ветер хоть какой-то дует, я не буду включать эти движки, ну, движок, потому что ибо зачем? Хотя, конечно. Погоди-ка. Ох, стопорнись. Давай, тормози. Давайте-ка вниз занырнем. Что-то мы так... Плывем. А вдруг внизу что-то есть? Да вроде нету. Фиг знает, вот тоже, да? Я говорю, вот этот момент, конечно, очень не продуман. Но в плане того, что... Ой, там медузы. Они веселые медузы. Они похожи на арбузы. Так, где там мой кораблик?
Ай. Да, запас топлива у нас более чем. Здесь, знаете, какого-то сонара не хватает. Так. Ну, ничего внизу я не нашел. Почему я здесь именно решил осмотреться? Ну, просто как бы на горизонте появилась какая-то фигня. Вот, и... Ладно, поплыли. Разберемся, что там за фигня. Опа, тише. Давай, 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 давай. Еще чуть-чуть. Ну ладно, ладно. Поехали. О, и впрямь медузы. Много медуз. Медузов. О, зря остановился. Музыка все еще играет. Мне эти игры серии Far напоминают мультфильм Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». Момент с поездом, когда главная героиня вместе с этим, как его, призраком, вечно голодным и, собственно говоря, хомяком и этой ворона-мухой едут к сестре колдуньи. На поезде. Сколько там? Довольно долгая сцена, где только музыка и поезд, из которого люди что-то заходят, выходят. Никто ничего не говорит. Только просто поездка на поезде. Так. Мы куда-то приближаемся. Тут главное успеть паруса убрать, в случае чего. Кстати, вопрос. Вот интересно, будет ли какой-либо апгрейд сюда еще на эту лодку. Ну то есть, ну-ка, куда? А нет, что сюда? Серьезно? Назад? Ладно, давайте так поставим, фиг с ним. Пойдем на одном парусе, мы не гордые. Главное, что идем. Пока что вроде... Музыка затихла. Я почему немножко нервничаю? Потому что это вот затихание музыки. Ну, тоже поет. Да чтоб ты жил долго и счастливо и помер в один день, елки-палки. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Куда-то мы яростно приближаемся. Куда-то. И тучки на горизонте. Тучки, помнится, бьют молниями. Так, стоять. Вижу обломки. Вижу до хрена обломков. Так, а ну-ка. Нет, так не надо. Сейчас Ага. Вижу обломки. Это очередной корабль, типа нашего, только больше, естественно. Ну, это естественно. Они всегда больше нашего. Чего не встретить, все больше нашего. Больше нашего. Здоровый, блин. Че такое? Эй, дрить твою.
Поскрябал немного. Так, ну понятно. Это убираем. Ой. Нет, не убираем. Ясно. Он все-таки отплыл. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас на, так сказать, малой тяге пройдем. Малой парусной тяге. Да, вот так вот, если парус держать, он как бы все, ну, как бы движение все равно есть. Медленное. Чуть-чуть можно подвинуть. Чуть-чуть, я сказал, чуть-чуть. Не поплыли. Топливо тратить не хочу, пока есть ветер. Чуть еще выдвинуть. Да, вот это, конечно, работа, так сказать, на кончиках пальцев. Ну, когда ты вот примерно так прикидываешь, как этот парус можно выдвинуть, как нельзя. Да, это такое. Ну, скажем так, забавный момент. Стоп! Я понял, что я сделал неправильно. Тормози. Тормози. Я понял, что я сделал неправильно. Мы проплыли мимо каких-то обломков, а я даже не нырнул. Эть! Вот-вот. Тут же наверняка что-то внизу должно быть. Не просто же так нам целую цепь вон. Ай. Жесть. Да тут целое кладбище, мама родная. Вот это да. Так. Ух ты. Так, секундочку. Да тут прям понятно. То есть этим бакеном что-то отмечено. Так, на секундочку всплывем, посмотрим. Так, ну здесь, похоже, просто обломки, да? Задний ход у корабля есть. Это не такая большая проблема. Ну, оно вроде нам пока не надо. Да, уж чуть не проплыл. Ох ты, блин, я только сейчас понял. Ведь мы уже один или два таких бакена двигали. Но тогда я не заглядывал никуда. Да. Ошибочка. Ну ладно, ничего. Что ж поделать. Ух ты. Ну и страшно. Бум. Так. Ну, ныряем, видимо, сюда. Ой, кто-то меня сейчас тут попытается съесть. Или не попытается. Так. Ну, это, по-моему, топливо, если я ничего не путаю. Внизу там. Я просто не совсем понимаю, как вот эту штуку можно сдвинуть. А. Ящик. А, прикольно. Да, это просто кусок, ну, то есть как его, кусок топлива здесь. Давайте, сейчас мы его цапнем. Да, уж жутенькое место вот тогда на дне. Огромное количество обломков. Главный вопрос, а почему они здесь? Ну, то есть, а что это, почему именно в этом месте, что здесь такого-то? Ой, где там мой корабль-то? Че, я так далеко? Не, подождите, я не мог так далеко уплыть, что вы мне рассказываете? Это уже, по-моему, в открытое море фиганул. Не-не-не, он где-то тут. У меня на заднем фоне путь, да-да-да, вот он.
Не, на заднем фоне, помнится, еще были какие-то плавающие конструкции. Так. Ну, то есть, да, тут отчасти, может быть, подразумевается заныривание, но я особо не хочу. Сейчас мы... И эту штуку, я думаю, справимся. Благо, здесь ограничений по... Вроде бы растяжению троса нет. Вроде бы. Ну, я, по крайней мере, пока не сталкивался. Вот это, кстати, правильно. Потому что, ну, вроде, конечно, и с точки зрения какого-то там реализму, это не очень хорошо. Потому что, ну, какая нафиг разница? Реализм, шмирализм, блин. Какая вообще разница, ей-богу. Главное, чтобы было интересно. Понятно, что трос не может быть таким километровым. Ну, где там, тем более, такая вот, такая труба. А с другой стороны, ну и что? Так. Вроде поднимаем. Вот плохо, что здесь нельзя сделать вид так, чтобы ты смотрел сразу и в воду, и, ну, как бы над водой, и под водой. То есть есть как бы два варианта. Либо так, либо сяк. Вот это немножко, конечно, неудобно. Так, нет, ну, крутится на стягивание. Ну, там далеко, да. Крутить будет долго. Бум. И что же мы такое добыли? А это у нас... Нет, не та кнопка. Так. Ну, видимо, просто топливо. Блин. Ну, немножко... Ой. Ну, ок, ладно. Это оно само улетело, если что. Я сейчас ничего не делал вообще. Прикольно. Само притянулось к крюку. Не, ну ладно, пусть. То есть, как бы тут, видимо, подразумевается, что ты будешь еще и нырять на лодке, ну, блин. Вот как, да? Ну, казалось бы, вот как определять эти моменты? И потом нырять сюда. Так. Здесь я никуда попасть не могу. Этот ящик, например, уйти... Так, опа. Оу, нельзя ускориться, да? Ладно, тащи так. А, дальше ты его не протащишь, да? Ну, ясно, то есть... Нет, я думал, может быть, его можно перетащить на другую сторону, приподнять и туда занырнуть. Но, видимо, нет. Так, ладно. Что еще здесь есть? Все-все, осматриваем. Бломков тут, пардон. Хренова гора. Знаете, чего-то игре не хватает? Я только сейчас понял. Реально не хватает каких-нибудь монстров на заднем плане. Знаете, чтобы там далеко где-нибудь что-нибудь шевелилось, чтобы ты так это... Вроде и ты типа такой весь тут бесстрашный исследователь, так смотришь там раз там где-нибудь вдалеке какая-нибудь гигантская щупальца или еще что-нибудь такое там. Бац, бы, ну так, знаете, мелькнуло. Как, знаете, как в первой Сабнафтике, самый первый Левиафан, этот жнец, когда он около обломков орать там где-то начинает, ты его еще не видишь, блин, ну... Уже страшно, что пипец. Вот здесь бы, кстати, такой момент тоже, ну, так сказать, немножко нервы пощекотать. Да, было бы неплохо. Ну что, поплыли? В общем-то, не зря спустились. Немножко топлива добыли. Так, ить. До упора. Давай. Прекрасно. Ну, в смысле? Ветер. Вот так. Двинули дальше. Ну, видимо, да. Точки интереса, видимо, отображаются именно вот такими вот бакенами. Ну, то есть, какими-то именно... Ой, извините. Шумлю. Какими-то такими... Такими вот местами. Ну, потому что, действительно, иначе, а как тут? С ума сойдешь это все? Сматривать.
Нет, так не вариант. Так только хуже. А, давайте так поставим, пусть плывет. Фиг поймешь, этот ветер, блин. То сильно, блин, то слабо. То вообще никак. Можно, конечно, было бы занырнуть. Но это тогда мы будем тратить... да, мы тогда будем тратить топливо. Я не уверен, что в этом есть смысл. Просто сколько мы уже так... Вот там сейчас поплавали, посмотрели и, в общем-то, что? Да ничего, по сути. Ничего особо не нашли. Меня этот туч смущает. Я думаю, сейчас, может быть, и придется заныривать. В том плане, что... В том плане, что... Блин, сколько мне слов паразитов, а кошмар. Ну, в общем... Еще одно слово паразит. Сейчас начнется буря. Я как молнии, как даст мой пару, блин. И привет, ромашки. Опять ветер стихает. Воу-воу-воу-воу-воу. Что происходит? Куда ветер? Ветер. Ты куда? Ой. Тихо. Куда? Стоять! Ты сейчас с ума сошел. Ага. А вот, собственно, и шторм, дамы и господа. О котором я... Да-да-да. Так, эть. Уходим. Ну его нафиг. Что-то там снаружи штормит. Так что давайте-ка. О! Вперед! Ну его нафиг. Не, ну сейчас нам слишком много-то. Поехали. Может, кстати, пониже опуститься. Чуть-чуть, чтобы дно лучше видеть. Вдруг там что-нибудь разглядим. Еще чуть-чуть. Не, ну, под дождем я плыть не хочу. Там молнии бьют в корпус. А тут еще и музыка прикольная заиграла. Вроде бы. Еще чуть ниже. Не, ну не так низко. Вот так. Оу. Чуть-чуть повыше. Чуть-чуть, я сказал. Еще немножко. Дождик, перестань. А молнии-то бьют. Продолжают бить. Пам. Чуть-чуть добавить ходу. Чуть-чуть добавить... жару и на руле погружение. Ну, страшная музыка, ну такая-то грустная музыка продолжает играть. Есть, конечно, вероятность, что я должен был плыть поверху и словить очередную молнию, но не знаю. Так, всплываем. Что-то впереди какой-то подъемчик.
Нейтрал. Еще чуть повыше. Вот так. Блин. Вниз. Неохота что-нибудь пропустить. Так, уже все потухло. Да, вот в такие моменты, конечно, все-таки становится. Че, может, сплывем? А давайте сплывем. Ой, нет, не туда. Посмотрим, что там снаружи делается. Да, всплывай пока. Ну-ка. Ну, вроде куда-то плывем. Бьют молнии. Ветер в обратку. Так, ну сверху ничего интересного. Предлагаю нырять. Там хотя бы музыка страшная играла. Дно! Все, все, вырубай весла. Врубай вентилятор. Ай, ёк-ка-ломане. Так. Вот я говорю, все запасные дрова и того. Улетали. Окей. Эть. Вперед. Кстати, наверху, по-моему, посветлело. Да, слушай, наверху посветлело. Че, всплываем тогда? Или погружаемся? Погружаться вроде некуда. Ладно, давайте всплываем, раз наверху светло. Зря занырнул последний раз. Вроде бы наверху просветление. Может, я и ошибаюсь. Сейчас посмотрим. А перископа тут нет, кстати. То есть посмотреть. Типа двигаться под водой. Да. О, ветер. Ну, отлично. Да, блин, куда ты? Все, 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 хорош. У нас ветер уже дует. Давайте. Хоть и не сильно, но все ж таки. Все, хорош топливо тратить. Поплавали под водой. Спрятались там от всего. Тем там какое-то непонятное что-то имеет место быть. Ну, там сзади, видите. Да, какой-то корабль. Подожди-ка. Вот что это там сзади? Вот что это такое? Объясните мне, пожалуйста. Кто-нибудь может объяснить нормально? Вот что это за корабль? Почему он на заднем фоне? Почему? Или это так просто? Что-то грустное и несущественное. Под водой мы плыли.
Да, похоже, это что-то грустное и несущественное. Ну ладно, фиг с ним. Странный момент, откровенно говоря. Возможно, я что-то пропускаю. Но... Так, если прикинуть... Как здесь, я должен понять... Ну, то есть, если на моменте с заныриванием под, собственно говоря, Бакин, или как он там правильно называется, ну, то есть, где надо было подвинуть эту... Ну, да, это Бакин, по сути, просто гигантский. Там-то понятно. То есть, тебе прям отметку поставили. Вот тут Бакин, нырни. Окей. А здесь что? Ничего. Давай. Вот так. Ну, что ты, ёшкин кот, а? Вот так. Отлично. Поехали. Двигаемся вперед. Очередное буйство стихий было самым наглым образом проигнорировано в силу имеющегося опыта и возможностей глубокого погружения. Страшная музыка, конечно, немножечко. Ну, так это. Угнетающие мотивы, но не более того. Немного фагота. Ладно, давайте вот так поставим. Хрен с ним. Плывем. А то гоняться за этим ветром, блин. Ну, вот, кстати, да. Он сам то стихает, то понижается. Ну, нафиг. Так, и вот мы где-то что-то куда-то. Если где-то нет кого-то. Значит, кто-то где-то есть. Только где же этот кто-то и куда он мог залезть? Мы куда-то приплываем. Давайте-ка занырнем здесь. Я просто не уверен, но вот эта отметка... Жалко, что здесь якорь реально не предусмотрен. Ну, то есть просто нажать и остановиться. Вот здесь, давайте-ка нырнем. Ну, вроде какая-то штука плавает. Плавает. Ну да, зря похоже. Угу. Ну ладно, зато проверили. Как он на месте-то держится? Да. Между прочим, в Long Sails ведь якорь был. Такой этот. То есть можно было быстро остановиться. Ну здесь да, тут. Ну что это? Ну якорь, ну спустил ты его. А что толку-то? Пока он еще там до дна достанет. Вот так. Ладно, пофигу, пусть в таком положении будет. Как-то идем и ладненько. Так, стоять. Кажется, я вижу препятствия. Кажется. А вот, собственно, еще одно препятствие, да? И здесь явно нужно нырять. Ну да, я чуть-чуть не доехал, получается. Давайте мы его сейчас столкнем. Бам. Да, сейчас мы его столкнем. Стоять. Тише. Разогнался. Стой. Ага, здесь паруса в любом случае надо будет спускать, да? Якорь, тыкарь. Что же у нас здесь внизу? О, пожалуйста. Смотри-ка, ты впрямь. Хе-хе. Ой, какие большие. Колючие и страшные. Но не опасные. Хм. Кажется, все-таки куда-то мы приплывем. Так, ну ладно, что поднимать надо. Еще один маленький грузик. Ну, кстати, вот опять же подъем этих грузов тоже могли бы поинтереснее сделать. Ну, вроде, с одной стороны, это обычное топливо, но... Ну, уж больно оно слишком обычное. Ну, то есть, действительно, вот с такого гигантского ящика достается, в общем-то, ну, такое себе. Как это? Всего лишь одна заправка. Вообще, кстати, если вот брать по разнообразию... Ты чего? Эй, ты что, сломался? Ладно, пофигу, пусть так вылезет. Если брать именно разнообразие топлива, то в первой части там было повеселее. Именно в плане
Именно в плане того, что было безопасное топливо, было опасное топливо, был пипец какое опасное топливо, которое можно было вообще взорвать к чертовой бабушке весь там свой, весь этот топливный отсек. Было такое, было. И что там? Пить какой-то груз. Ну, сжигать, что еще с ним делать? Отметок никаких нет. Ну ладно. Давайте сейчас немножко разгонимся на парусе. Хотя я уже, как я уже говорил, видно, что парус надо будет сейчас резко сворачивать. Потому что на веслах проплыть. Да ладно. Да ладно, елки-палки. Да, поплыли. Сейчас разберемся. Опа. Ну да, и разгон сразу кончился. Ага. Ну, как обычно. Я думал немножко действительно разогнаться и проехать, но нет. Ну, ладно, ладно. Идь. Поехали. Грибун ты наш. Да. Все. Ну, игрушка, конечно, подколола, да. По-другому не скажешь. Потратил топливо, блин. Ну, кто же знал-то, что здесь прям именно тупик. Ему тут просто проплыть надо. Ну что ж. Тупик так тупик. Для корабля тупик. Кстати, да, ведь для корабля тупик. А как? А, ну, подожди, так может там занырнуть можно? Сейчас посмотрим. Скорее всего... Подождите. Стой. Кстати, вот обратите внимание, там на заднем фоне явно валяется что-то похожее на мой костюм. Ай-ки, пусти бог. Куда же вас, сударь, к черту? Вау. Еще один кусочек истории, да? Какие-то летающие штуки вокруг какого-то... Какой-то полусферы. Хм. Так, у нас здесь... Ого! Да ладно, я чуть... Подождите. Это такой гигантский кран, что ли, получается? Ни хрена себе. Так. Не, ну корабль я им не подниму. Просто корабль цеплять не... Хотя, ну нет. Закруг для паруса. Да, монументальный. Стоять. Минутку. Подождите. Сейчас. Нет. Ну, я думал, мало ли. Может, перепрыгну через эту штуку. Там что-нибудь интересное появится. Так. Так, это у нас поворотный механизм, судя по всему, да? Смотрим. Нет. Все, понял. Это надо сейчас поставить, чтобы добраться вот до... Ну, вот до той штуки. Чтобы это не было. А тут есть какой-то собственный стопор? Нет, собственного стопора здесь нет. Ну, наверное, так. А, вот он сам давит. Автодоводчик есть. Ну ладно, это хорошо, а то... Нет, ну одно дело все-таки парус контролировать, который там где-то сбоку что-то цепляет. А вот эту штуку выставлять, ну это было бы совсем геморроюшку. Да. А в воде-то ты быстрее, рыжик. Ёкаламане. Так. Ладно, хоть... Прыгаешь так же хорошо, как твоя подружка.
Пока понятно, что ничего не понятно. Эй. В смысле? Кто дверь закрыл? Это мостик. Так, ну я что-то должен поднять. Просто только что. Бабах. Ага. Угу. Ну, видимо, вниз. Все понял. Блин, прикольно. То есть это я себе открыл разрешение. У вас есть? У нас есть разрешение. У нас самое лучшее разрешение, допуски. Все по СНИПам, все по ГОСТам, все у инженера по безопасности. Да, инженер по технике безопасности. Он буквально отошел на 2 минуты. Сейчас придет, не волнуйтесь. Вы подождите, сейчас он придет. Он очень ответственный человек. Да. А я что? Я ничего, я тут мне надо это. Я ему сейчас позвоню. Да, вы стойте там наверху. Ждите. Валим. Так, ну что. Тады погружаемся. Опа. Опа. Идь. Да, правильно, весло убрать. Оп, почти. Пошел. Наутилус наш. Молодший брат, наутилуса. Так, чуть повыше. Не слишком. Да, это прикольно. Я, честно говоря, даже на секунду подумал, что может быть сейчас, возможно, я сейчас буду, лодку подниму, хотя, этот зацеп, нет, он маленький был все-таки. Может, что-то такое будет, но, наверное, на другом крае. Потому что кран-то подходящий, а вот именно сама вот эта, как обозвать-то? Этот захват, он все-таки мелковат был. О, будильничек. Тише. Так, по-моему, пора всплывать. Да, по-моему, тоже. По-моему, пора всплывать. Единственное, что меня смущает, что сохранение все никак не появляется. Стопориться не будем, пущай плывет. Опа. Так, это убрать. Так, это убрать, это убрать. Так, что у нас? Давайте быстренько осмотримся. Что у нас там? Есть ли тут вообще хоть что-нибудь? Так, тень от лодки, это хорошо. Мы ее видим. Мы не боимся, мы не теряемся, мы не пугаемся. Не, что-то похоже, здесь опять пошло пустое дно, да? Угу. Да. Значит, все. Мы молодцы. Вот такая сегодня получилась серия. Немножко странная. Ладно, дофига странная на самом деле. С этим проплывом, с этим гигантским краном. Как-то... вроде такая большая конструкция, да, но, маловато функционала. Я думал, тут прям загадочек сейчас будет, подвинуть, отодвинуть, то есть просто вытащить. С другой стороны, простые загадки тоже должны быть, правильно? Потом юмор с разрешением. Так уж, вполне себе неплохо. Ладно,
В следующий раз продолжим наше замечательное плавание. Правда, ветра нет, что меня, откровенно говоря, напрягает. И как-то посмурновато, ну ладно, справимся, я думаю. Хотя есть подозрение, что скоро будет какой-нибудь еще один апгрейд. Уж не знаю почему, но просто мы вплываем в какое-то ледяное море. А льдина эта штука такая, нехорошая. А для них потребуется наверняка... Ну что-то, в общем, потребуется, я думаю. А может и нет, фиг его знает. Мои догадки. Увидим в следующий раз. Ну а пока что плейлисты поддержки канала в описании под видео. Ставьте лайки, дизлайки, подписки без отписок. Ну, в общем, вы все это прекрасно знаете. Ваша помощь будет крайне полезна. И вообще сильно меня порадует. Как-то так.